Кажется, сестра Торн не в настроении. Иди, Шарик! Что я пропустила? Шарик, не надо лаять на старших. Извините, миссис Джонсон. О, не беспокойся, Полли. Наверное, Шарик просто хочет перекусить. Похоже, мясной рулет ему нравится намного больше, чем нам. Скажите, миссис Джонсон, какие у вас планы на Хэллоуин? Никаких. Сестра Торн говорит, что развлечение для молодых. Наверное, я просто лягу спать и все. А у вас, девочки, уже придумали, чем займетесь? Ну, конечно, придумали, мистер Ямамото. Пойдем по домам собирать сладости в ужасно стильных костюмах. Это же так здорово! Вот бы и мне чем-нибудь таким заняться. Зоотерапия окончена. Пора играть в лото. Что? Но мы только начали. Пусть подольше пообщаются с Шариком. Кроме того, мы каждый вечер здесь играем в лото. Сестра Торн, раз уж сегодня Хэллоуин, давайте придумаем что-нибудь новое. Например, будем вылавливать яблоки. Даже не обсуждается. Не собираюсь я вылавливать яблоки из воды. А теперь будьте добры, идите домой. Мне тут только блох не хватало. Но у Шарика нет никаких блох. Шарик, у тебя же нет блох. Итак, 52. Мне их так жаль. Согласна, в отличие от нас, у них совсем не будет праздника. Если только мы не устроим его, можем прийти сюда вечером и организовать праздничную вечеринку. Что скажете? Или отметим Хэллоуин сейчас, а вечером побудем дома. Ни за что, Шани. Поверь, будет очень весело. Соберем сладости, покатаемся на повозке и устроим праздничную вечеринку. Нам только нужна небольшая помощь с костюмами. Наш лучший Хэллоуин! Уменьшится! Итак, девочки, давайте займемся костюмами. А эти серьги вполне могут быть браслетами Клеопатры. О, чеснок, серебряные пули, осиновый кол. Я думала, ты будешь космодевочкой, а не охотницей за вампирами. Я хочу быть готовой ко всему, что может случиться на Хэллоуин. Ко всему? Например, если в пицце не будет хватать чеснока? Мы можем встретить любых сверхъестественных существ. Призраков, вампиров, оборотней!